Здравствуйте, меня зовут Олеся Бурьян, и сегодня мой помощник на кухне – посуда Фрайбест из литого алюминия с эмалированным покрытием. А печь мы будем пирог с красной смородиной и белым шоколадом. Для этого нам понадобится мука, масло оливковое, белый шоколад, разрыхлитель, яйца, сахар, красная смородина и немножко соли. Начнем с теста. Для начала взобьем яйца с сахаром в пышную крепкую пену. Добавляем сахар и хорошенько все взбиваем миксером. Кстати, пирог у нас получится очень низкокалорийным за счет того, что из жиров мы будем использовать только растительное масло и совсем не будем смазывать форму. Потому что керамическое антипригарное покрытие посуды Фрайбест позволяет мне готовить без масла. И аккуратно взбиваем все на маленькой скорости. Сейчас мы смешаем муку с разрыхлителем и солью, чтобы потом аккуратно ввести все это в тесто. В тесто на основе взбитых яиц муку лучше добавлять частями и аккуратно перемешивать вилкой. Если задействовать в данный момент миксер, тесто немного осядет и будет не таким воздушным. Перемешивая тесто вот так аккуратно сверху вниз, я обогащаю его еще дополнительным кислородом и позволяю ему подняться еще выше. Нам осталось измельчить шоколад для того, чтобы добавить его в тесто. У красной смородины очень тонкий аромат и вкус, и горький шоколад или даже просто молочный будет его перебивать. Оставим немного шоколада для украшения, а это вмесим в тесто и добавим смородину. Сегодня сиреневое настроение, поэтому печь я буду в этой форме. К тому же она подходит мне под кофточку. Мы его будем 40 минут при температуре 200 градусов. А теперь будем доставать его на тарелку. Если бы он получился ровно, его можно было бы просто перевернуть на тарелку. Вот, но так как он у нас очень хорошо поднялся, я буду вынимать его по-хитрому.
теперь давайте посмотрим, какой он внутри. Смотрите, какой он воздушный. И если его посыпать шоколадом сейчас, то он растает. И сверху будет глазурь. Но можно дать ему немножечко остынуть, и тогда просто декорировать шоколадом и ягодами. С вами была Олеся Бурьян. В следующий раз мы приготовим еще что-нибудь вкусненькое. До новых встреч!